Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции в Сарове занимается выявлением и раскрытием преступлений экономической направленности. Сотрудники рассматривают сообщения о фактах коррупции, махинациях с налогами, взятках, сбытом поддельных денег. Число экономических преступлений примерно одинаково на протяжении нескольких лет. Характерным преступлением это было дело, направленное в отношении бывшего директора музыкальной школы по факту мошеннических действий с ее стороны. Также в настоящее время расследуется уголовное дело в сфере оборонно-промышленного комплекса по фактам нарушения гособоронзаказа и контрактов по ним. Из-за специфики города такие дела приоритетные для отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Также сотрудники этого подразделения занимаются выявлением фактов изготовления оборота фальшивых купюр. В этом году возбуждено 3 уголовных дела, связанных со сбытом поддельных денежных знаков. Добропорядочный гражданин, в общем, пришел расплачиваться в одном случае у нас на заправке. И был выявлен факт того, что купюра у него была фальшивая. Соответственно, приехала следственная оперативная группа. Данную купюру мы изъяли, направили на исследование, и уже выяснилось, что она является фальшивой. Соответственно, было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится мероприятие касаемо выяснения, откуда у гражданина взялась данная купюра. О том, как распознать фальшивку и что делать, если вам попалась такая купюра, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.